Пока Ювентус довольно симпатичные впечатления оставляет. Это не только по этой игре, но и вообще в целом по чемпионату. Красич обходит соперника, внедряется в штрафную, бьет, опасный момент, гол! Милош Красич сейчас желтую получит, ну да ладно. Хасану Салихамиджичу побежал в первую очередь обниматься. Может, подружились уже? Ну да, наверное. Почему бы и нет? Люди одного языка. Давайте смотреть. Очень хорошо. Кришиту обошел Красич. Ну а дальше... Обратите внимание, как он пробил с носка. Вот, Кришиту обходит. Входит в штрафную, Велозу не убивает. Кстати, Эдуард опять среагировал. Ну уж больно удар был, колючий такой. Вот. Смотрите, за стопой. Ах нет, все-таки не носком. И не счетчик.